Пили Паттера, Пили Паттера, Пили Хури Паттера. И что? Воу-воу-воу, полегче. Все, пошел. Пилю. Алло, товарищи, с вами Суперген, и сегодня я продолжу проходить такую игру, которая называется «Гарри Поттер. Дары смерти. Часть первая». Look at this dude. No, 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 no. Look at the top of his head. Look at his lips. Я играю в окошке 800x600, поэтому катсцены немножечко будут, наверное, с темными полосами, но это будет такой эффект кино. Свадьба сына бати Рона, нормально. Говорить! Поговорили, Хагрид! Самое приятное, по-моему, вообще из всех частей. Конечно, вспоминая самую канонную из первой части, вообще прям шедевральная. Посмотрите, веселуха конкретная. Самый веселый здесь это Гарри. Каблучки, макияж, все тип-топ. И... Все, встал! Жестко! Дамблдор подарил тебе его лучший телюминатор, который он создал сам. Телюминатор! Буду им пользоваться! Не знаю, правда, как он работает, но буду кайфовать с ним. Гермиона, тебе сказки Барда Бидля, это... Ладно, почему бы не отнести эти... Что? Какая книга? Что? Что ебану? Поэтому они не добавили сюда министра магии, я понял. Чё ты седовал, рассматриваешь, спрячься! А вы будете сражаться? Чё вы стоите? Да, а я, кстати, да, я типа проигрываю. А что я могу поделать? У меня загрузка. Пухляш, ты пожиратель подождет пока. Ты меня нюхаешь, что ли? Что ты делаешь? Как она мне? Как я ее не трогал? Не трогал ее! Кто меня обнаружил? Что? Ну как она меня обнаружила? Можно на Гермиону просто посмотрю? Давай поговорим. Я проигрываю миллион секунд уже. Говори! Смотри, там стоит женщина. Сейчас посмотрю. Я же маг. Смотри! Смотри! Куда смотреть мне? Гарри, что ты думаешь? Ложись. Ну, вот что я думаю. Тебе нравятся мои мысли? Пожиратели, молодец, Рон! Вовремя сообразил, лучший! При помощи заклинания Вингардиум Левиоса вы можете поднимать воздух. Я ни разу не пользовался Вингардиум Левиосой в этой части. Но и знать одни перемещения Гарри тоже. Одни перемещения? А, я думал, дно в смысле морское. Но лучше нам все проверить. Не хочу сюрпризов. Так проверяй со мной, что ты стоишь, палку трешь? Лес опасное место. Здесь можно наткнуться на егерей, дементоров, пожирателей смерти, которые занимаются поиском сбежавших ведьм и волшебников магловского происхождения. Все, я понял. Потомки маглов. Они ж маги, но они потомки маглов. Что? Укрытие очень важно, и в бою, укрывшись, вы спасетесь от вражеских заклинаний. Да я и так от них спасаюсь, я уворачиваюсь от них как бог. В фильме Нео, вот это вот его все эти вот телодвижения, это нулевые просто. Он видел матрицу, и все, и умел отворачиваться от пуль. Кому стреляют, там никого нету. Ну вы видите, как неплохо. Я раньше в 1.6 веселился, я не мог себе установить ботов, поэтому я просто бегал, стрелял по стенам. Тяжелое детство. Никто даже внимания не обратил на него, то есть поворачивают голову. Поттер, он... Да, я на работку. Последуйте за Реджем, Крокткокотомдом, и попытайтесь незаметно. Последуйте за Муфалдой, Хмелкрекик, и попытайтесь подчинить ее так, чтобы вас при этом не обнаружили. Да я знаю, что не надо следить. Подожди. Да ты... Егерь, егерюшка, егерь, стой! Стой! Я понял, куда он пойдет, сейчас я его там подловлю. Да не ум. Господи! Я испугался! По фасту! Остолбеней! Три, два, один! Остолбеней! Забрать тут! Вот такая команда у меня! Душильный газ создает душильное облако газа. Вот для кого они это все пишут? Я не понимаю, для какого гениального человека они все это расписывают? Что душильный газ — это облако душильного газа, и ты... Странно, я не ожидал. Ебать, что я творю? Бля... Метры друг от друга. Крюк-охват! Что-то большое, готов поспорить на штуку, что... Твою мать, пауки! Дорогой, как мне пройти? Я почти! Я прошел, подожди! Тут дерево!
Гарри, давай, ты можешь! Вот какой ты конченый. Ладно, давайте поменяем стратегию. Зачем бы Диму следовать за Гоблином? Пожиратели смерти не терпят ни людей. Может, они оба в бегах, ах? Девчонкам нравятся ребята, которые не сдаются никогда и дерутся до последнего. До первой слезы. Инферала нельзя победить. Инферала нельзя победить. Инферала... Ты что, дурак, что ли? Я не Шухерезада. Сказок не нужно. А любовь... Если в игре есть обход, значит в игре есть... Перейдира. Зелье защиты от огня. Выпиши его на время, становится неуязвимым от пламени. Ну, блин, это логично, если это защита от огня. Если бы ты получал урон от огня в защиты от огня, то это как бы уже не защита от огня получается. Моя учительница по русскому языку сказала, что я очень скудоумный, поэтому у меня не будет умных предложений. Если вы пришли ко мне слушать умные предложения, вот вы уже слышите, то это не ко мне. У меня паттер. И все, и потомки маглов не повинны. По фасту. Живо, живо, живо! Петренко! Какой Петренко? Я подумала, меч Гофрика Гриффиндора, может, он спрятан в Годриковой впадине? Мы знаем про это. Его хорошо стал Дамблдор. Ну и сам знаешь, кто его ставит. Я не могу. Подождите. Извините. Извините, с меня курит на ширак выходит. Создатели Гарри Поттера, вы не могли античит поставить на это? Вот что это за парень? Он СВХ второй раз уже заходит на этот сервер. СВХ второй раз заходит. Я второй раз его выношу. И он до сих пор СВХ берет и заходит на этот сервер. Это прикол. Машины, главное, стоят. Годрик, это машина Годрика, между прочим. Он любил ездить на Kia Rio. Гарри! Гермиона, это Бэкшин, знакомая Дамблдора, может, у нее меч. Женщина зовет тебя наверх, и все. И никакой сзади мысли нет насчет этого, о господи. Как они будут выживать в мире? Вот это мы плохо мир магов, потому что там нет мимаса. Где Гермиона? Она что, не слышит, что ли? Она, блин, у нее шапка уши закрывает. Гермиона, спаси меня, плиз! Гарри, ну досит на Гайна! Стоит там внизу, ну, долбится там Гарри с Батильдой на втором этаже. Ну, совсем бывает. Гарри меч добывает. Сейчас он Батильду ублажит, и меч добудет. Может, ребят, действие какое-нибудь? А, посмотрел! А магла-то нету! А? Вот это стражники, вот это я понимаю. Надо уходить. Если мы не будем соваться в места, связанные с тобой, нас не найдут. Места не связаны с Поттером. Рюпинск, о! С Поттером-то это вообще не связано. Связи-то нету, никакой логической цепочки. Вот сидеть Волан-де-Мор думать. Гарри Поттер, куда он мог поехать? Годрикова впадина. Хогсмид, как это называется? Стоять, это лес Дин. Я была здесь с родителями очень давно. А у Рюпинска? Гарри ходит с Гермионой. Гермиона была с родителями в лесу Дин. А в Рюпинске это Гермиона не была. Ставлю 100 гривен. Загрузка сейчас будет, вот смотри. Все. Руки разбил с тобой, все. Давай. Ссылка на донат в описании. Угу. Все. Торчишь мне 100 гривен. Помогите Рону добраться до лагеря и увидеться с Гермионой. Да что я за Роза Сибитова-то? Гермиона моя, пошел на... Я его веду в обрыв, а сам вернусь к Гермионе и скажу, Ранчик, убил Крестраж и сда. Если я оставлю Рона в лесу, то у меня будет и Гермиона, и рыжая баба. Джинни ее зовут, Джинни, у меня будет... Да, это классно, это моя мечта. Я спас Рона, а где Рон? Лавку ты живут недалеко. Вон дом его находится в другой деревне. Гермиона, воюй! Гермиона, кстати, правильный путь избрала. Она вон просто стоит, ждет. Протего! Ах, хитрый парень какой. Да куда? Да почему? Почему ты побежал не в ту сторону? Кстати, сейчас у меня загрузится, паренек выходит из-за ели, кстати. Оригинал. Особенно вот тот парень спрятался за елью. Ель. Вот, а, подожди, тут надо мув. Не получился, короче, этот мув у меня. А то вообще обидно, когда ты егерь, вот серьезно. Потому что вот этот парень, вот я не помню, как его зовут, конечно, этот, Струпьяр его зовут, кстати, я вспомнил. Вот это мозговитый. Вот он егерь, и ему понравилась Гермиона. Вот как он сможет зашамировать? Он же егерь. Как он может сказать, типа, Гермиона может как бы на парочку свиданий сгоряем? Она же скажет, нет, ты егерь, я ж не егерь, и все. И все. Любови нет. Пустите! Вы не имеете права! Кажется, Струпьяру ты очень понравилась. Может, отдать тебя ему? Кто такой Струпьяр? Экспервус! Ой, Рон закастовал как! Да как быть-то, блин? Сраку Малфой слишком силен! Что нам теперь делать? Разносить с руки их. Сейчас они войдут, бам, как это, батя из морских дьяволов и Багира.
расшвырять их направо-налево. Ты ж не зря морских дьяволов все сезоны смотрел. Как я давно не видел Гермиону. Я скучал только по ней. Кто смотрит Гарри Поттера ради Гарри Поттера? Вот скажите, серьезно. Все смотрят Гарри Поттера ради Гермионы. Даже девушки смотрят Гарри Поттера ради Гермионы. Вот и не обманывайте себя. Кастую! Ай, 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 ау, ай, ау, ау! Куда ты стреляешь-то, Портер? Нам надо Хогсмид. Сладкое королевство, там есть тайный ход. Надо было забрать хотя бы один кубок, чтобы купить себе пивас там. Гермионе бы я подарил свой цветок. Это... Да открой ты дверь-то, она с руки открывается. Да хотя бы разок попади по нему. Рон! Help me! Help me! Рон! Я не знаю это заклинание! У меня только остолбение! Всем заправляет Кэрол. Отвечает за дисциплину. Кто такой Кэрол? Передайте всем, что Гарри вернулся! Правильно, а Кэрол не передавайте, Кэрол не узнает! Да ладно! Я мозгом играл! Вы трус, Северус, всегда были трусом! Вы понимаете, что мы не сумеем не пустить сюда? Сами знаете кого. Но ждать-то мы его сможем. Пиартотум Локомотор! Я за Гермиону играю! Можно сохраниться? Я хочу играть в нее. Чё ты орёшь-то? Спасаю тебя! Ох, ни хрена себе, Рон! Рон! А-а-а, Рон умер! А что случилось? Да ну нет! Гермиона... Вот ты падла, блин, я не запомнил. Я! Мэй! Мэй! Невиль! Невиль, ты где? Ребята, не долбите меня, пожалуйста. Я хочу жить, а мы задумали просто погулять по мосту. Я бабу привел свою. Вы ее сожгли уже. Опа! Струпьяр. Давай, Невиль! Давай, Невиль! Ой, давай! Усейн Болт, Невиль! Невиль! Невиль, давай! На Олимпиадку поедешь! Давай, Невиль! Да какой ты... Да! Встань от меня! Ой, бегу! Да ладно, я не знал! Бегу! Бегу! Да. Не угодите в засаду, вот это совет. Куда направляешься, Поттер? К бабке твоей! Да ты... Уйди, Гермиона! Худей! О, отлично, это кто? Гермиона Грэнджи! Беги домой, девочка! Куда бежать-то мне? Мне некуда бежать. Хогвартс, мой дом! Гарри Поттер, я обращаюсь прямо к тебе! Приди в запретный лес и стереть свою судьбу! Приходи, и кровопролитие прекратится! Он идет на смерть! Я иду на смерть, ребят. На смерть! Сюда, Поттер! Темный лорд ждет тебя! Да я рад за него, что он и ждет меня! Ах, где темный лорд-то? Опаздывает ваш темный лорд! На свиданку меня позвал, а сам опаздывает, петух. При непрерывном применении заклинания снится меткой. Спасибо, прям в конце игры меня научили. Впечатляюще! Да, детка, я такой. Я классный. А я еще, когда тебя замуж возьму, ты вообще охренеешь? Вот что ты прилетел-то, волосатый, лысый, блин? Что ты встал-то на путь? Ох! Вы видели, он с вертухи хотел без оретить. Да куда ты бежишь-то, ебать? А, господи, с кем я защищаю Хогвартс? Все вы слышалки, ублюдки. А все Беллатрисы... Вот представьте, вы пожиратели смерти, вас послал Лорд Вильдеморт, говорит, пойди, Петро, все будет классно. Вы прилетаете туда, мы сейчас Портера будем. Прилетаете, а там рыжуха какая-то сидит, всех положила просто, весь отряд Волан-де-Морта. Классно, отлично. Представьте, как обидно этим пожирателям вообще. Обидно просто, ты пришел, ты качался, ты готовился к этому лету, ты думал, сейчас Хогвартс возьмем. Петуханка какая-то пришла и завалила тебя. И все, и все твои, и то, что ты входил в качалочку, это никому теперь не интересно. Кому ты будешь объяснять? Сядешь ты в Азкабан на 500 лет, и что, ты будешь сокамерником там говорить? А ты один в камере сидишь, ты ничего не можешь сделать. И сам будешь с телом рассказывать, типа, ой, как, блин, в качалочку-то я ходил, и все. Молодец, вот поэтому не надо ходить в качалку, а нужно пилить видос. Закрой свой грязный рот! На, твой грязный рот, сейчас прочищу с мыла. Петрификус тоталитус в печень, никто не вечен. Беллатриса любит атаковать из-под тяжка, следи за тем, куда она, и чё, чтоб не врасплох. Я не могу читать, я им в сосы стреляю. Зачем вы в купе ездите? Нормальные пацаны там возле двери едут в Хогвартс. Мы с вами только что прошли Гарри Поттера, Дары смерти, часть вторая. Если вы посмотрели все мои части, вот Поттера, которые я напилил за все вот время, то, что я на Ютубе хамно свою заливал, вот спасибо вам за это большое, вы тут четкие вообще ребята, я вас очень сильно за это вот люблю просто, и я сделал как Беллатриса Лестер, что так, вот так вот вам сделаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.